Всем привет, с вами Андрей Санар. Давно не было рыболовных видео у меня на канале. И вот сейчас это оно, рыболовное видео. Смотрите на эти шикарные ладожские просторы. Сейчас поедем искать окуня. Надеюсь, мы его найдем. А вот здесь уже происходит получение утреннего предрыболовного допинга. Обратите внимание на санки окуникса. Вот сейчас придется ехать, держась за вот эту железку. Это холодно и некомфортно. Но у меня есть решение. Специальная рукавица. Она одна на две руки. Вообще это рукавица для того, чтобы комфортно кататься на банане. Но я ее буду использовать сейчас, чтобы держаться вот за эту штуку. И вот так 7 километров. Так, мы примерно сейчас в 7-8 километрах от берега и, наверное, все, начинаем. Бинокль не нужен. На телефоне выставляется 100-кратный зум. И можно за сотни метров смотреть, что везде творится. И все очень четко видно. Друзья мои, можно немножечко сейчас отвлечься от рыбалки. И я расскажу про оборудование тайм-триала, которое у меня здесь с собой. Это прекрасные санки Окунь XL. И к ним еще сделана специальная рама, чтобы можно было на них кататься, как на финских санях. Только надо вон ту дощечку еще вот сюда прикрепить. Я ее уже прикреплял. И как финские сани, они прекрасно работают. Даже вот с такой вот экспериментальной самодельной трубой. Кроме этих санок, здесь еще находится 60-литровый герморюкзак от Time Trial. Мне он очень понравился тем, что в него вообще все-все-все влезает. Еще очень важно то, что если его вот так поставить, он стоит, потому что у него такое там круглое донышко. Это тоже важно. Ну и он удобен, отличные лямки. Сейчас где-то минус 5 градусов, тем не менее он не задубел, хорошая ПВХ ткань. Обратите внимание, что вместо вертикального цилиндра здесь в качестве сидушки используется горизонтальный цилиндр. Достаточно удобная, как оказалось, штука. Так что, скорее всего, Окунь XL будет выпускаться именно вот в таком виде.
люди с комфортом на рыбалочку ездят. А тут километров 10 от берега. И лед непонятно какой. Ну что, друзья мои, рыбалка закончена. Половили, я бы не сказал, что очень хорошо, но в целом неплохо. Поклевок было много, рыба была не крупная. Часть выкидывалась обратно, часть забиралась. Ну вот, немножечко взял. А сейчас будет долгий путь домой, потому что мы отскочили километров этак на 10 от берега. Уже темнеет, и идти, скорее всего, будем по приборам. Прекрасно провел выходной день, заряд бодрости будет на всю рабочую неделю. Ходите на рыбалку, это здорово. С вами был Андрей Сонар, всем пока.